Всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Эмеральд, и это по-прежнему Посты Приключения, и я завел себе питомца, познакомьтесь, это утка. Меня зовут Нейзи. Да, я назвал ее Нейзи, потому что в честь своего друга, который сейчас, к сожалению, занят, но сегодня я буду с уткой играть. Так, я привет, короче, утка. Меня зовут Нейзи, так, что у нас тут есть? Фу, тут пахнет трусами Нейзи. Тут пахнет Эмеральдом. Ну-ка. О, черт! Да, я утка. Ладно. На самом деле, это настоящий Нейзи, но просто он немножечко трансформировался после вчерашнего, но просто он немножечко так вот упорото выглядит. Я сегодня... просто утка, да? Да, он утка. Знаете, я утка. А кто хочет, чтобы я был уткой, прям весь... Все, видео, просто, не знаю, берите Эмеральда, выкидывайте его в окно, вот и все. Собственно, и тогда я стану уткой на целом видео. И в этой серии мы будем делать кое-что особенное, мы будем бороться с зомбями, в прямом смысле этого слова. А я буду играть за утку. Да, что же, в этот раз я буду крафтить свое любимое британское оружие, которое я так давно не крафтил. Точнее, я его совсем не крафтил. Но у меня есть материалы, поэтому Нейзи его тоже, кстати, скрафтит. Нейзи, да, ты будешь крафтить обязательно? У меня есть это, у меня есть Ремингтон, и я утка с Ремингтоном, мне нормально. Конечно. Тебе всегда нормально. Так, да? мне нужно дерево. И у тебя есть где дерево? Мы будем сидеть целый видос? В разных местах, конечно же. Ну, в основном в городе, потому что там интереснее. Где-то рядом здесь, потому что... Я буду за утку играть, да? В основном зомби... Вот, кстати, уже идут зомби. Так. По-моему, оригинальная идея играть за утку. Еще бы, так, конечно. Так, все. Так, вот и дерево. Так, сейчас я скрафчу себе оружие. Дом Эмеральда и утки. О, точно, слушай, помнишь твой этот домик для Антошки? Можешь там пока пожить, все равно Антошка уехал в отпуск. Все, теперь я замес... О, черт возьми, мне придется нарубить реальное дерево, а не этого. Ой, у меня же 2 хп, я забыл, я же утка. Точняк. Че ты-то попёрся вообще, не пойму. Что, светлячки тут, что ли? Ну-ка. А ты как хотел, так... Погоди, реально погоди. Светлячки были. О, супер. Так ладно, сейчас я нарублю деревяшечек. Сейчас покажу вам процесс, смотрите. Опа! Ты куда? Супер. Я дерево сейчас... Короче, приди сюда, я покажу тебе процесс трансформирования из утки. Погоди, нечто... нужно добыть одно дерево. Нечто точнее, крутое. Мне нужно их 15. Так что давай. Опа! Ужик. Так, смотри, я тебе сейчас покажу процесс трансформирования утки в нечто крутое. Кинематографичная камера, давай. А это нечто крутое называется... Зрейк. Во. Oh no! It's Rake! Убегаем. Я же не умею прыгать. Блин. Давай трансформируемся обратно, а то я тебя боюсь уже потихонечку. Вот, давай спускайся сюда, я, собственно, буду за Рейк. Мне нужно нарубить дерево. Давай лучше ты будешь за утку играть, а то мне как-то страшно на тебя смотреть. Да чё, я же Рейк. Еще спутаю с настоящим. А он тут не спавнится разве? Конечно, спавнится. Да? Да. Чего, крипипаста архив The Rake? У тебя есть архив крипипасты Rake? Конечно. Так, собственно, ладно, я стану пока что... Уточкой. О. Милой уточкой. Да, я стану уточкой, конечно. Милой уточкой. По имени Нейзи. О, черт возьми, какой-то зомби! Стоп, это ты что ли, Нейзи? Ё-моё, я думал, это реально зомби. Это Нейзи. Это прикольный очень мод. Я его... Хватит надо мной шутить. Так, что бы мне скрафтить? Смотрите, я сейчас хочу немножко черной магии. У меня сейчас вырастет маленький такой носик. Так, мне нужен порох. У нас есть порох? Опа, у меня вырос нос и монобровь. Да. Я теперь... мне чёрт, пора... Где у меня порох был? Нейзи, где порох? Куда мы дели порох? Порох, не знаю. О, твоя тут это Элька, Эль-96. Эль-96, она не британская нифига. Она фиг знает какая. Она американская вообще. Американская, да. Стоп. Чёрт, тут везде порох нужен, зараза. Так, собственно, а я могу... О, слушай, смотри, смотри, зомби с оружием в руках, смотри. Я знаю, что мне нужно. Мне нужен стен. Я просто оружие вот просто в одной руке так держу, типа... Так, оп, у меня есть стен. Отлично. Стэн. Так, да. Это же немецкое оружие. Странно, а что оно в британском? Где ты нашел эту маску вообще? Ладно, я буду играть за утку. Маску я нашел в канализации прошлой серии. ХП уменьшается. Странно. Так, мне нужно покушать просто. Кто-нибудь дайте мне покушать. О.
Пожалуйста. Я буду вот эту кушать. Я уточка. Ах ты! Ну-ка сам жри. Я буду плотоядной уткой, буду есть с баранину. Так, значит, мне нужен порох, пойдем за порохом. Давай. Как известно, порох исполнится только в криперах. Кто там стреляет? Ты стреляешь? Ой, меня паук улетел. Ну ты же боевая утка, боевая утка, ты стрелять умеешь. Да, боевая утка с дробовиком помповым, ой. Так, я поставлю тут везде светлячки, а то ничего не видно. Так, и что мы будем делать в этой серии? Охотиться мы будем, вот что мы будем делать. Черт побери. Где крипера достать? Мне нужен крипер, срочно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут какие-то слизняки. Так. Кто меня убил? Че, упер? Да, ну-ка не бери мои вещи, я сам заберусь. Я их даже не вижу. А, я жутко, у меня же мало хп, точно. А ты как? Я застрял! Нет! Отстаньте! Я по-быстрому переплавлю чуть-чуть. Офигеть. Я там застрял, и меня убили. Короче, стану обычным пока что. Стану пока что обычным чувачком. Так, все, надо собрать. Сюда вот? Ой! Наконец-то у меня много хп! Ой, тут крипер. Ну-ка, давай взрывай. Кого взрывать? Ой, немножко крыльцо со мной взорвалось, но ничего. А, совсем капельку. Ну, дома оттушки не бойся, он в полном порядке. Отлично. Во, и ты бы видел. Чёрт. Тут просто месиво какое-то. Конечно, натворил дело. Тут жесть, тут просто кровавая баня. Толкиюшки, да? Погнали, скорей. Уйди, зомби. Ой-ой-ой, как зафризил у меня, слушай. Что, нишечки? Неплохие, что нишечки? Оу, щит! Уходи. Ой-ой-ой. А, еще крипер. Валим, вам, меня... черт, Нейзи. Давай скорее за мной. Ну-ка. Ну, блин, привет, Антош. Рэгдоллов у меня лагает немножечко. А у меня вообще рэгдоллов не видно почему-то. Ну, слава богу, тебе повезло. Так, где же? Где чертовы криперы? Ой. А, ну ладно, все, я убегаю, идите нафиг. Есть стенд, но не есть чего стрелять, потому что патронов нету. У меня была куча пороха, куда он весь делся, я не знаю. Не знаю. О, я хочу сюда залезть. Будем охотиться без стена. Без стена. Без стена. А, вот. Окей. Так, а это что у нас тут? О, черт, паучара, иди отсюда, паучара, тебя тут не хватало. Господи, у всех свои проблемы. Вай, куда, чувак, спасай меня. Ты где? Я куда-то упал. Так, значит, крафтим. А, нет, не здесь. Вот, супер. Сейчас. Ой, день уже начался, да? Кстати говоря, да. Ничего, дождемся нового. Главное, что у меня есть порох, и теперь я смогу стрелять. Стрелять? Да. У меня теперь есть боеприпасы к стену. Это круто. А я где-то... Блин, ты наверное, взял мой Ремингтон. Какой Ремингтон? Дробовик. Дробовичок? А, сейчас я тебе вот там, пожалуйста, бери. Мне он не нужен, все равно. Ой, ты че? Хотел дверь закрыть, а там... Чё ты тихо? Короче, ладно, все равно выстрелю один вверх так. Так. Так, все, я перезарядил стена. 32 патрона, более чем достаточно. Да? А я на... Что же, теперь мы подождем новой ночи. Но для этого мы пойдем на вышечку. Очень классную. Какую вышечку? Вот я просто ничего ну, не знаю. Ну, в дома пойдем. Да? Пошли. Мы будем охотиться на разного рода нечисть. Это нечисть. Генези. Я вот. А вот. Ну что ж, пойдем давай, со мной. Пошли. Давай. Ой. Сейчас мы будем охотиться. Ну, для начала, на Эмеральда. Не забывай, что у меня есть. А, и все, я милая, безобидная уточка. Так ты лучше. Только ты в прямом смысле был уточкой. А, уже ты уточка. Отлично. Все. Просто замечательно. Так, теперь мы идем. Все, пошли. Так, вот это вот место у нас славится, конечно, своей репутацией. Место с зомбями и статуями и прочей нечистью, поэтому мы здесь и будем ждать. Да, так. Кек. Я не могу, конечно, чуть-чуть тут залезть. Ничего, это проблема решаема. Куда залезть? Вот, я уже залез. Так, ну что ж, теперь мы ожидаем ночи, и я вас снова поприветствую, когда понаступит ночь. Да, давайте. Спустя 5 минут ты будешь меня слушаться?
Да буду, конечно. Ты будешь меня слушаться? Нет. Ты будешь меня слушаться? Что сказал? Как это выглядело на самом деле? Да буду, конечно. Нет. Что сказал? Вывод. Эмеральд — героиновый наркоман, который разговаривает с уточками. Мы уже дожались ночью, Нейзи балуется немножечко, и мы тут немножко обустроились. Так. А я, кстати, могу так... Все, я сяду вот так вот. Все, я уточка, я буду сидеть на грязи. Так. Я не вижу ничего на самом деле, поэтому... О, вот, я кое-что все-таки вижу. Что видишь? Где? А ты где вообще? Где я? Черт. Где я, черт возьми? Ну-ка, давай факел тебе скину. А ну-ка, иди за мной, потому что я тут потерялся слегка, я тебя ничего не вижу. О, я вижу тебя. Ну-ка. Где ты? Господи. Оу, молодец, как обычно, падает мягкой посадкой. Окей, придется охотиться, как обычно, в нашем месте. Ладно, мне придется... Что за фигня? Чё? Тут звуки такие стрёмные, знаешь. Стрёмные. Я тут иду. Никого вроде нет, а звуки стрёмные. Всё, я буду... Вообще не порядок. Сейчас я к тебе приду. А-а-а! Тут... А, это волк. Я думал, вервульф. Какой вервульф? Ну... Оборотень. Опа! Все! Сезон охоты открыт! Открыт? Точно? Ой, Паша, кто это к тебе лезет? Оп! Где? Кто это к тебе лезет? О, я могу теперь в зомби превращаться. А ты где? Я здесь. Здесь ты где? Это вот здесь. У нас возле дома. Я просто мочу зомби с вертушки. О, черт, у меня патроны кончились. Придется вот так вот. Окей, чик. Около дома? Что ты там за... Да, около дома, потому что у нас тут полный апокалипсис. Как обычно ночью. Черт возьми. Ой, чую, сейчас фризить будет от этих... От трупаков. Да, от трупаков. Ой, а кто это у дома нашего? Еще что ли? Больше никого нет? Ой, это я. Кто это лезет там? Опа, скелетонище. Лол. В Рейка стреляют. Стоп. Я думал уже завопить, типа Рейка встретил. Да пошли вы. Ну все. Зомбари тупые. Уй, уходим. Я спрятался. Прячемся. Оп. Офигеть, что тут происходит? Тут капец происходит. Ты уже Рейк стрелять научился, походу. Вот тут был батл против зомби против. Версус батл. Черт возьми, вот гадость. Рейк уже стреляет. Фух, начинается утро. Я, что ж, пойдем найти. Паучком. Окей, пойдем, паучок, прощаться со зрителями. Пошли. Да, на наше место, на наш второй этаж. Уютненький второй этаж, где всегда безопасно. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии и лайки. С вами были Эмеральд и Нейзи, точнее, Уточка и Нейзи. Уточка. Это новый персонаж, прям уточка. Уточка. В общем, всем пока. Пока. Меня зовут Уточка Нейзи.